Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Друзья, если хотите быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса, обязательно жмите кнопку подписаться. Заранее спасибо. На 45-м году ушел из жизни российский актер театра и кино Денис Монохин. Он родился 18 августа 1978 года в Тольятти, окончил школу-студию МХАТ, работал в театре «Модерн», театре имени Пушкина и в театре «Апарте». Много снимался в телесериалах. Появился в таких картинах, как «Возвращение Мухтара», «Сыщики», «Диверсант», «Адвокат», «Бешеная», «Мур есть Мур», «Марш Турецкого», «Десантный батя», «Мент в законе» и много других. В последние годы актер жил и работал в США, в Лос-Анджелесе. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.